У меня закончился селбустер с ампулами, пептиды. Слишком много брызгов. Да. Подарочек мы уже будем распаковывать. Мы были на званом президентском обеде. Мне подарили тканевые маски. Водное сияние на банановой основе. Ой, на основе сирицина и банановый. Там, короче, кожура банановая присутствует. Вот. А мужу подарили пептиды, чтобы его кожа не старела. Кстати, заживляет раны. У кого ожоги, сварщики. У меня муж сварщик как раз таки. Вот, заживляет ожоги, ранки. Так что мужчинам рекомендуется тоже. Сварщики! Я тут знаю по секрету, что меня сварщики тоже смотрят. Так что давайте брызгайте пептиды на свои ожоги. Вы же все в ожогах ходите, бедолаги. Так, девушка подтягивает кожу. Даже грудь поднимает. Мы уже все... Я не то сделала. Для этого дела вот эта штучка есть. Вот. Так, вам, наверное, не видно. Сейчас. Пять ампул идет на один селбустер. Подтягиваем кожу. Надо опрыскивать себя всю. Мужчинам тоже. Что же мы, одни должны не стареть? Мужчины тоже должны наши не стареть. Ну, а то, представляете, я буду с подтянутой кожей, молодая и красивая. А муж будет дряхлый старичок, что ли? Со сморщенной кожей. Поэтому пусть тоже брызгается. Хотя, конечно, ему лень. Как и мне лень. Но надо. Красота требует жертв. Вот так вот. 5 ампул заливаем в селбустер. И будет вам красота и счастье. Ой, запенилась. Вот, смотрите, как пенится. Перед работой прям. Не надо намазать миллион кремов. Просто берете селбустером. А что у меня первый раз так не пенилось? Интересно. Надо, может быть, взболтать. Видите, какая пенка.